Что старый зуб по бартеру сказал? Налей. Шмякалка. Старуха. Шмякалка старая. Зубы по бартеру одобрили? Одобрили. Ставные на присоску в стакане. Ой, Маринка, да вообще встать не могу, у меня что-то спина прыгает. Лежи твоя, с ума сошла. Лежи, я. Сейчас лопатый как ёбну. А я говорила, что уйти хочет. До 100 лет тут торчит. Лосиски, я себе какие сделала новые-то, а? Видела? Ё-моё. О, какие шестой ё-моё. Размер. До пупка отвисли. Вообще, кожа-то уже не та. Прошло уже 40 лет, а я все на шоу «Дом 2. Спаси свою любовь» не одна, вместе со своим любимым, с Ромой. Смотрите нас по будням 12:30 на канале ТНТ. Особенно в следующий вторник. Старушка распустила свои волосы, распустила свои косы. Посмотрите, какая у нас красота на пляне. Что на меня уж смотреть? Какая погода хорошая. Впереди майские праздники. И мы тоже едем отдыхать. Вот так выглядят старушки, которые распускают волосы. Как говорят, спереди пенсионерка, а сзади пионерка. Пока ты каждое утро уплетаешь все эти сладости с кофе и не перестаешь расти не в рост, а вширь, тренер Каптер работает, не покладая рук. Утро только началось, а 50 минут кардио уже сделано. Доброе утро, мой полный друг. Друзья, я вам хочу напомнить, чтобы вы понимали, что вот такие старперы, вот такие, выходят в 12:30 на Доме 2, на ТНТ. Ну и чё ты, старая, всех обманула, уходить собралась с проекта, а сама кошелка до 70 дотянула. Ой, Илюшечка. На халяву, сука, живешь уже. Ой, 40 лет. Болит. Хейтеры, говнокомментаторы, я вам уже сегодня предлагал. Кто нас не любит, сосите яд у дохлой обезьяны. Или отсосите. Да не подавитесь, а.